Здравствуйте, мои подписчики и гости моего канала. Сегодня я буду готовить свекольный дип. Это потрясающее, вкусное и полезное блюдо, которое действительно готовится за 5 минут. Две средних свеклы. Отварить или запечь в духовке. Козий творог мягкий. 160 грамм. Один горький перец. Два зубчика чеснока. Все, больше нам ничего не надо. Итак, начинаем. Перец очистим, конечно, все мы моем, разрезаем пополам, семена удаляем. Вот так красиво, чисто у нас получилось. Теперь все это в блендере, в миксере, как вам удобно, мы перемалываем. Свекла, горький перец, чеснок. И 2 столовые ложки оливкового масла до пюреобразного состояния. Польза свеклы была доказана еще Гиппократом. Она лечит очень много дерматологических заболеваний и очень полезна для сгущения крови при анемии. Готовьте с любовью! Если у вас нет оливкового масла, можно добавить любое растительное масло, но с оливковым вкуснее. Все тщательно перемололи. Такой красивый рубиновый цвет у нас получился. Все перекладываем в отдельную емкость. Добавляем козий творог. Сыр. По консистенции он напоминает сливочный крем. Солим, перчим по вкусу. Обязательно добавляем чабрец. Все по вашему вкусу. Ориентируйтесь на свои предпочтения. Все хорошо перемешать. Все готово. Я надеюсь, вам очень понравился этот рецепт. Попробуйте приготовить. Это блюдо частый гость на нашем столе. Благодарю всех за просмотр. Приятного аппетита всем. И до новых встреч. Не забывайте ставить лайк и комментировать. Я буду вам вдвойне благодарна. Спасибо!